Ну что, друзья, будем тестить. Да, выглядит он крайне по-гейски. А что такое у меня? О, еще и гейская дубинка. Так, прицелиться. Ну и что, метнуть нож. О, такие ножички, слушайте, с CSGO. Скины на ножики стопудово будут. Блин, веб немножко закрывает, да? А скорость у меня уменьшается. Так, просто это, ну, просто убрать и отжать кнопку. Забавно. Гейская дубина, гейский ножичек из CSGO. Все, главное, градиент тут сделать. Хотя нет, градиент только... Опа. Так, и чё? А, ну нам нас не так много надо. Сучка, сучка. О, слушайте, ну это прикольно. Какой смех. О, у него скорость очень маленькая, друзья. У него 4-4 скорость, по-моему. У него 4-4 скорость, это я вам говорю. Это он очень медленный. Так, а, так подождите. Подождите. Да пошел ты нахер, зачем он сюда? А, я ее ударил обычным ударом. А зачем я тогда ее бросал в нее, эту дичь? Че не понял, куда? У нее гибкость, что ли? Ничего не было, куда она? Ну, долго-долго ловил. Я в итоге так и не положил. Ну, капец. Как так убежала-то, я ее даже не заметил. Я вот смотрю. Там же говорилось, что если я рядом буду попадать, то ее будет ранить. Да-да-да, чуть-чуть ранить, но совсем слабо, то есть надо в нее попадать. Да блин, а? Ну, ножи из шкафа, да. Ножи в шкафу, да, у него. О, нифига, он так классно биту свою крутит. Так, ребятки, у нас сейчас уязвимость, мы можем надобайтить, чтобы челы подставлялись под хиты, кстати. Я не буду отсекаться. На ячейке написано, сколько ножей. Где написано? Прикол. Ну, вообще выглядит прикольно. Да хорош там меня генерает, что же. Так, а вот что это за способка? А, типа, для способки? О-хо-хо. Для способки, типа, вот у меня... Что за полоска белая вокруг? Охо-хо. Что тут за кей-поп у нас? Спасибо, Пунжик. Ну... Ну, маньяк в ДБД, разработчики посчитали, что это немного все-таки будет страшно нам. Или просто он понравится девочкам 12-летним. Я не понимаю реально. Вот я попал, что дальше, где написано, сколько надо кинуть? Я не врубаюсь, как это все работает. Типа, сколько у нее сейчас накопилось? 20%, 30%? Так это же очень мало. Мне проще ее обычным ударом же ударить. Типа, смысл мне так херачить? А, нет, вот он ранен, и теперь я могу ее добить обычным ударом, да? Она она гениально уворачивается. Она уворачивается. Так, спасибо, Пунчик, огромное. Уэ! Типа просто мимо кидаю, я понял. Надо же, чтобы еще попадали они. У меня же просто... Непонятно, как работает вот этот перк, который вверх. У меня же... Тихо, я слышу кого-то. Да, она просто бежит. У меня же... Аддон! Ошибка! Тихо-тихо, смотрите, прикол. Сейчас он будет снимать, а мы его положим. Давай-давай, иди сюда, подхит, чел, иди подхит. Ну дай хит мне дать тебе, ну дай мне хит дать тебе, ну дай, пожалуйста. Ну ты урод. Не дал хит. Да что происходит, блин? Да не могу! Да лё, блин! Не отменяется почему-то эта херня. Ну, херово этот уродец убежал. Так легко уворачивается. Долгий стан после того момента. Ну, я не знаю, будем ли мы смотреть моменты. Интересно. Если дадут заюзать, то тогда посмотрим. В общем, такой вот хип-хоп теперь в ДБД. Они очень легко от этих ножей ворачиваются, слушайте. Чел просто виляет лево-право. А долгий стан, как у палача, типа... Давай, он меня уже загенерашили нахер. Они уже все завели. Очень долгий стан, типа... Если я отпускаю, не собираюсь... Блин, мне, наверное, не надо было ее, да, бить обычно?
Не знаю. Типа, и чё, сколько? Она ляжет, да, скоро? Да господи. Как? Сила копится у тебя уже макондо. Да, я что-то не видел, что ли? Не, это сложно очень, ребятки. Это очень сложно так положить, типа вот такая доска. Закрытая коробка, все, она контролит же. Закрытая коробка, это капец. Вот сейчас она уже должна лечь, да? Все, ложится. Ну и чё, где у меня С? Ничего не могу С нажать. Контрол, точнее. Не, сейчас, мне кажется, они меня зачинят просто. У меня же билд-то не очень сильный, блин. Надо бы что-то на... От генража тут не особо, потому что... Ну, генраж просто. Тут надо что-то... Чёртик умелец, типа, они такие вот. Они хилятся, типа. Они же меня переигрывают. Этими берками. Типа, надо два раза хотя бы кого-то повесить. Я вообще по нему не попадаю. Да, блин, он... Я поздно так фейканул. Ну вот сейчас этого надо замементить хотя бы. А потом у нас еще перк же на ворота, слушайте. На долгие ворота и плюс на ед. В принципе, если... У нас плюс подставится под крюк, если кто-нибудь, то я могу тоже положить. Ну пока что... Сейчас заведут гену же. Вот и ген завели. Капец, ну это сложно попадать. Так, а вот это что такое, ребятки? Подсветка какая-то. Ворота-то закрыты, чил. Наед у меня еще. Ну вот того надо типа замементить. Давайте мементы посмотрим. Главное, пофиг там на киллы. Я нихера не вижу, блин. Хочется же мементы почекать. Блин, тут доска. Тот успевает. Да, этот не прыгает. А, прыгает. Так, ну-ка подожди, гнид. Ты что там задумал? Серьезно, ты продолжаешь открывать? Дурачок. Ну, кстати, классно он свою биту, свои биты машет. Махает, машет. Ой. Слушайте, сколько у меня жетонов? Было 3, да? Как-то быстро ворота открылись, такое ощущение. Ножи можно кидать. Так я не понимаю, у меня что-то способка. Ничего, не, пока что не готово. Мудро. Пожалуйста, не надо такого момента. Это же дичь какая-то. Это же дичь, ребята, какая-то. А он, кстати, летит прямо. А второй-то здесь остался. Он же летит. Я думал, он вниз будет лететь, как топор. Я так и не посмотрел способку. Мемента вообще стыд. БТС фанаты. Да, ребят, теперь фанаты БТС придут в ДБД играть. Знаете, как сделали очень странные дела? В ДБД перенесли, типа, специально, чтобы фанаты этой игры пришли поиграть, так же и здесь, БТС. Mortal Kombat, ну да, типа, Mortal Kombat такой, как из Mortal Kombat чисто еще. Блин, я вот так и не посмотрел способ, как быстро метать ножи. Вот именно люто, чтобы они летели. Аддон фигня, по-моему. Фиолетовый, он очень мало прибавляет. Ну, блин, прикольно, все равно прикольно. Все равно прикольно. У меня ошибка, ребятки. ДБД.